Flawless Victory. I'm gonna get you that war, Carlo. Flawless war. Серьезно, зачем они пошли? Ооо, вот он! Дюмаиста! Дюмаиста сел! Колокольчик, что они несут? Что это? Ну-ка, подержи на микрофон, пацан. Ты проверь! Проверь, что они, подпили или нет? Что же они будут делать с этими досками? Ты знаешь, у меня такое ощущение, что футбол повален, надо сейчас будет футбол делать. Они не могут договориться от кого-то, чью голову будут разбитать от него. Мне этого человека по-моему не жалко. Вот он, что ты делаешь. Самое главное сказать, не повторяем этого дома. Опасно для здоровья. Что? Когда там можно остается в деле, это самое приятное. Опа! Ты что делаешь? Хлопан, хлопан, друзья! Это не имеет ни лицо! Это очень, очень неудобно. Прямо в живот. Я даже боюсь смотреть на это. Артем, закрывай глаза. Ты все мальчик, что нет, лишь мой народ на живот этого не видит, это хорошо. Артем, сильнее бей. Могу я выйти? Я отношу его на тебе. Не жалко, парни? Жалко, но что поделать? Права на бутылку. Поддержите их, ребята! Сильнее, Артур! Артур, ну что ты его жалеешь? Это мешки! Это мешки! Мы спасли! Мы их на соревнованиях вырубаем! Я, наверное, возьмусь, когда вам лично будет дома. Я не такой, что мы на ней попасть, что права на полу дома. Я опять живу. Заподержим проезд в ответе. Стас, иди выйди, покажи. Дай мне тебя.
так мати. Прийдіть на черга. Я дуже прошу, тому що я в шоці, нам сказати, що я можу. А це, ти знаєш, я рішив, я буду по такий містав ходити, де мене точно не встретить. Вона сидить. Прошу варіант. Я продолжаю спасать себя.